Так сошлись звезды, что в марте 2020 года, когда вирус с молниеносной скоростью стал распространяться по всему миру, мне выпал шанс стать частью крупнейшего в странах Балтии научного делового городка «Технополь». Передо мной стоял, пожалуй, один из самых серьезных вызовов всей моей профессиональной деятельности, потому что необходимо было с нуля и в минимальные сроки запустить в Нарве работу стартап-инкубатора. Я ее запустила, причем очень успешно. В первый же год было проведено более 20 вдохновляющих и обучающих мероприятий, в которых приняли участие свыше 800 человек. За год в программу инкубации было подано порядка 50 заявок. 7 команд были отобраны в инкубатор. Наша цель – помочь начинающим стартап-предпринимателям научиться мыслить стратегически и шаг за шагом продумать и спланировать свой личный путь успеха, начиная от привлечения своих первых инвестиций до выхода на экспортные рынки.